И всем снова привет. Наша любимая рубрика «Лучшие камни недели» или «Интересные камни недели». Пока я прозябаю в Африках, у меня в мастерской много чего интересного огранилось. Вот сейчас похвастаюсь. Будут камни уникальные, будут камни, которые уже давно проданы. Будут камни, которые стандартные, и их можно купить или посмотреть и заказать такие же, только больше, меньше и другой. Напоминая правила просмотра, мы смотрим на камни, не на ногти моих огранщиков и сотрудников. Номер один. Этот камень называется циркон. Он натуральный. Не такой частый гость в моих видео. Да, хотелось бы видеть его почаще, но вот камень сам по себе редкий, в основном он скучных цветов. Этот камень супер уникальный. Почему? У него в связи с аномалией при образовании нарушилась или разрушилась внутренняя кристаллическая решетка. То есть это не физическое разрушение, он целенький, все нормально. Просто внутри он устроен по-другому, не так, как все остальные его собратья. И у него появился такой аполисцирующий эффект. То есть, видите, он такой неоновый, светящийся и переливается немножко разными цветами. Вот такой камешек. Именно вот с таким эффектом циркон в таком цветовом сочетании я встречаю впервые. Поэтому, собственно, решил вам его и показать. Насколько я знаю, он у нас еще в продаже. Номер два. Это сафир, но он необычный. Ну, казалось бы, он какой-то мутноватенький, да? Но, во-первых, это включение рутила, которое ему придают, естественно, неоновости и такой загадочные яркости, но наверняка многие из вас хотели посмотреть на сапфиры, которые имеют шелк. Знаменитые сапфиры из Кашмира, да, вот в них есть уникальный такой эффект, который создает рутил. Это кашмирский шелк, так называемый. Он присутствует, как правило, только в сапфирах, которые найдены, естественно, в Кашмире. Но в данном случае у нас сафир со Шри-Ланки, но в нем прям типичный кашмирский классический шелк присутствует. Вот, пожалуйста, смотрите, а можете даже не только посмотреть, можете еще и приобрести. И он у нас пока еще не продан, в продаже. Ну, на момент, по крайней мере, когда я видео записываю, он у нас еще в наличии. Номер три. Тут практически обычный турмалинчик, просто очень яркий, с небольшой полихромностью. Какого-то он такого лимонного цвета, довольно крупный. Достаточно крупный для мужского перстня. 24 карата. Это не очень большой. Для мужского пальца это как раз то, что нужно. Ну, или для женской какой-то подвески. На женское кольцо, я думаю, он крупноват, наверное. Номер 4. Еще один турмалин, тоже 23 карата. То есть у моего огранчика очень-очень мелкие тонкие пальцы, совсем тонкие, тоньше, чем женские. Поэтому он выглядит таким огромным. Если вы помните выпуск про мое кольцо с метеоритом, так вот у меня там камень стоит ровно 20 карат, здесь 23 карата. То есть вы понимаете, что он не такой огромный, как кажется. Очень прикольный цвет, такой осенний, можно его назвать персиковый, абрикосовый, не знаю, мне нравится осенний. Поэтому обратите внимание, если кому-то он нравится, забирайте, пишите в WhatsApp. Он еще в наличии, номер WhatsApp под этим видео. Все цены на все камни тоже под этим видео по номерам. В комментариях смотрите, там все написано. Номер 5. Шпинели сегодня много. Хочу, по сути, напомнить о разнообразии цветов шпинели. Вот, пожалуйста, такой камень цвета морской волны с моим любимым уходом в черное. 3 карата. Камешек очень приятный, но, к сожалению, он уже продан. Могу найти еще. То есть пишите мне в WhatsApp, скидывайте предоплату. Я нахожу вам еще что-то похожее. Номер 6 тоже шпинель, но видите, совсем другой у нее цвет и оттенок. То есть она такая ближе к синему, с уходом в черный. Все, как я люблю. 3,6 карата. Камень совсем небольшой, но на пальцах моего огранщика, видите, он прям прирожденный продавец камней. На его пальцах надо все камни показывать всегда, собственно, чем мы и занимаемся. На самом деле это не специально, я не виноват, что у него пальцы такие, но вот снимать он умеет. Поэтому, собственно, он все камни показывает. Не помню, продан нет,
напишите в WhatsApp, кому камень понравился. Такие мы можем найти еще здесь. Просто показываем, по сути, примеры. Пишите. Номер 7. Еще у нас один пример акваристики шпинели. Какая она вообще бывает? Мне кажется, что этот камень продан, но я в этом не уверен, потому что у нас их много. Вот такого размера интересных цветов шпинели у нас много. Да, поэтому пишите. Не забывайте, пожалуйста, что вот в пасмурную погоду, в какой-то пасмурный дождливый день в Питере, в Москве, в Канаде, в Англии эти камни все темнеют. Но когда погода хорошая или освещение яркое, они все становятся яркими и интересными. Поэтому по-другому не бывает. Камней, которые всегда одинакового цвета и оттенка, не существует, вообще нету. Номер 8. Вот, пожалуйста, вам для разнообразия 5-каратная фиолетовая шпинель. Видите, вроде все шпинель, но вот насколько много цветов, оттенков и насколько они все интересные. Вот это вот уход в черные, да, это благородство, которое меня всегда завораживало. Другие камни крайне редко обладают таким цветовым сочетанием, но вот гранаты тоже часто у нас этим грешат. Номер 9. Просто яркий, чистый, хорошего цвета гранат из Танзании. Вы уже приняли мое название, такое как масайские гранаты. У меня когда-то было видео, как масаи их добывали, собственно, уничтожали месторождение, потом там кто-то навел порядок. Ну, в общем, вот один из них, причем экземпляр довольно хороший. Номер 10. Шпинель, один из моих любимых камней. Металлический серый приятный цвет, 10 карат размер у нее довольно интересный, и при этом там очень много кристаллов рутила, которые делают эту шпинель камнем, в который заключена вселенная. То есть вот эти все включения, можно там какая-то туманность, да, можно рассматривать часами и получать бесконечное от этого удовольствие. Номер 11. Сначала я думал, что это шпинель, а это не шпинель. Это у нас такого редкого интересного цвета турмалин. 13 карат, довольно крупный. Вот яркий пример, когда камень унисекс. То есть его можно и в мужской перстень поставить, и в женское кольцо, и он везде будет одинаково хорошо смотреться. Камень не яркий, который вот цвет, который не бросается в глаза, и мы часто такие цвета любим именно по этой причине. По причине их неброскости. Камень у нас один такой в наличии, и именно вот такого цвета оттенка турмалина вряд ли я быстренько найду на заказ. Номер 12. Частый гость. Наверное, в каждом выпуске есть. Шпинель цвет лавандовый. Приятный размер, 4,7 карат, почти 5 карат. Мне кажется, что она у нас еще в наличии. Пишите в WhatsApp и забирайте или заказывайте, если ее уже забрали. Мы найдем такой цвет в течение месяца-двух, не спеша, на заказ сможем найти. То есть это ни в коем случае цвет не уникальный, не супер-мега-редкий. Номер 13. Сфен, он же титанит. Такой камень, в котором содержится титан. Блескучесть у этого камня выше, чем у бриллианта. Таких камней немного совсем. Еще есть такой демантоид, это разновидность граната, который тоже у него блескучесть выше, чем у бриллианта. Собственно, редкий цвет, обычно он ближе к зеленому или к такому камуфляжному, болотному, но вот здесь он ближе к желтому. Я такой вижу впервые, но я думаю, что при желании еще найти такой сфен мы сможем. Камень почти 6 карат, вот я считаю, что в такой колористике он годится и в мужской перстень, и в женское кольцо запросто можно поставить. Номер 14, снова у нас шпинель, и опять у нас темные тона. По сути, этот камень можно воспринимать как черный, темно-фиолетовый, фиолетово-серый, и большую часть времени он будет почти черным. Но когда вы будете появляться где-то на улице в хорошую яркую погоду, то он будет вас радовать переменой цвета. Цвет будет появляться. Поэтому можно сказать, что это черно-фиолетовая шпинель. Огранка очень удачная. И, собственно, размер 7,5 карат тоже подходит для всего исключительно.
Номер 15. Уникальный камешек, шпинель, цвет, ну, обычный, мой любимый, да, серый, с чуть-чуть голубоватым отливом, но здесь много таких золотистых нитей рутила, которые делают этот камень очень привлекательным. Ну, как будто бы там золото у вас внутри, и местные жители на Шри-Ланке, в Таиланде, в Бирме, вообще в Азии утверждают, что носить такой камень – это обязательно всегда к деньгам. Поэтому я себе вот тоже хочу такой, но, наверное, не в форме сердечка пока. Номер 16. Просто еще один пример обычной шпинели, которая и не яркая, но при этом с уходом в черный, фиолетовый, сиреневый, даже не знаю, как сказать, подходит, я считаю, для всех. Если его посадить, этот камень, в кольцо с чернением и с черными бриллиантами вокруг, мне кажется, что он прям вот как будто бы там и был. Как будто он для этого родился. Но это, конечно, мое мнение, я его стараюсь не навязывать. Великолепный пурпурный красный, кто как называет, гранат или красный с розовым отливом. 10 карат, подходит совершенно для всего, имеет великолепный такой черный оттенок, поэтому годится для всех, для любых полов, возрастов, ориентаций и всех-всех вообще. Но мне кажется, он уже продан. Если он вам прям запал в душу, напишите, пожалуйста, в WhatsApp. Мы по базе посмотрим, но при желании найти такой камень я смогу. Если вам очень надо, закажете, я поищу. Номер 18. Совершенно уникальный камень. Это, естественно, инвестиции, конечно же. Вы и сами это сразу увидели. Но кто хоть немножко смотрел мои выпуски, я думаю, вы уже чувствуете камни, на которых можно заработать. Это полихромный сапфир, почти 30 карат, из Мадагаскара. Напоминаю, что их не добывают, полихромные сапфиры, на Мадагаскаре. Соответственно, больше нигде не добывают в мире. Уже лет, наверное, 5-7. Примерно так. И цены на них идут вверх с громадной скоростью. Когда-то их продавали по $700 за карат, и никто не знал, что с ними делать, что это за штука такая странная вообще. Но в данном случае мы имеем дело с совершенно уникальной окраской, асимметрично расположенные, видите, цветовые зоны делают этот камень особенно привлекательным. Номер 19. Я просто напоминаю данной картинкой, что у нас все еще есть немножко шпинелей махенги. Мы по чуть-чуть их закупаем в Танзании. Материала хорошего крайне мало. Месторождение вот шпинели такого цвета в мире одно. Этот камень у нас уехал в Штаты, если я ничего не путаю, на выставку, и там его купили. Но у нас есть еще похожие, больше, меньше и другие, но тоже яркие и отборные лучшего качества. Скорость роста цены на шпинель махенги составляет примерно 150% в год. Поэтому это, естественно, конечно же, хорошие инвестиции. Номер 20. Совершенно уникальный камень. Аквамарин крутейшего цвета. Этот цвет называется Санта-Мария. Добывают вот такие цвета аквамарина на Мадагаскаре. А я когда-то очень давно читал, что аквамарин – это что-то такое недорогое, ну вот типа как, не знаю, топаз, аметист, какая-то совершенно недорогая штука, и вообще они везде есть. Почему мы так считаем? Потому что их очень-очень много подделывают. На самом деле хорошие аквамарины встречаются очень редко и стоят дорого. Посмотрите в описании цену на этот камень. У меня было прям отдельное видео про него, но я решил его, что он достоин, чтобы его включить и в самые лучшие камни недели. Кому интересно, посмотрите, найдите чуть пониже видео отдельно про этот камень. У меня есть. Номер 21. Просто показываю, как может выглядеть алый крутецкий гранат с уходом в черное. Не до конца понимаю людей, которые хотят вот только рубин, вот чтоб красный рубин на пальце и все. И платят громадные деньги не с точки зрения инвестиций, а просто чтобы носить. Такие покупатели у меня есть. Они говорят, что перепродавать мы ничего никогда не будем. Я хочу носить красный алый камень. Но вот, на мой взгляд, круче, чем алый такой вот гранат, по сути, наверное, тяжело найти. Но вот бывает шпинель только поярче, чуть-чуть.
но и дороже. Да, шпинель у нас стоит десятки тысяч долларов и сотни, а рубины, ну вот если такой рубин, это будут миллионы долларов. Может быть 7-10, где-то так. Поэтому покупайте гранаты, все, кто любит красные камни. Номер 22. Я когда этот камень видел, я минут 5 вообще говорить ничего не мог. Потом я обрел заново дар речи и срочно продал его себе сразу же, не торгуясь, потому что, ну, посмотрите, это вообще какое-то уникальное великолепие. Вы все знаете мои любимые черные звездчатые сапфиры, а это, по сути, негатив, да, то есть это сапфир. Тоже сапфир, тоже звездчатый, и в нем тоже рутил показывает вот эти все линии, рисунки космические, да, просто инопланетные. Но они все в негативе, то есть это негатив черного звездчатого сапфира, это белый звездчатый сапфир. И, конечно, штука супер-мега-уникальная, продавать не буду, сделаю себе кольцо, буду носить, радоваться. У меня прям такая вот, что... задумка, да, получается, что на одном пальце можно носить черный звездчатый, на другом пальце белый звездчатый, который будет то же самое, только наоборот, совершенно полностью. В общем, очень крутой камень, у меня нет слов, я очень рад, что он мне попался, и, конечно же, это не инвестиции, это для себя навсегда. То есть такие камни, мне кажется, нужно хранить и передавать по наследству. Потому что, ну, действительно... белые звездчатые сапфиры встречаются, но чтобы настолько был нежный, уникальный и законченный в нем рисунок, да, это, по сути, произведение искусства, которое вот природа нам подарила, это большая редкость. Номер 23. Вы все помните танзанийского дедулю, который живет в пустыне, у него там растут красивые кактусы, и нет воды совсем. Привет всем от него. Заезжал совсем недавно к нему. Вот очередной гранат из его месторождения. Собственно, он их нам потихонечку передает, самые интересные варианты. Мы их потихонечку граним. Не помню тоже, продан этот камень или нет. Попробуйте написать в WhatsApp. Возможно, он еще не продан. Но даже если мы его продали, то у нас есть еще. Мы найдем. То есть время от времени у него в месторождении попадаются очень хорошие варианты. Номер 24. Вот вы, наверное, подумали, что это масайский гранат, а это вовсе не гранат. Это у нас сапфир оранжевый, или мандариновый, или апельсиновый. Я уж не знаю, каким придумают название. Очень крутой. Я думаю, что он большеват, наверное, для ношения. Но, тем не менее, ну, на пальце, по крайней мере, да, и, по крайней мере, для женщины. Но просто показываю, чтобы вы знали, что и такое тоже бывает. Стоит, конечно, дорого, потому что яркий, чистый, крупный, тут все вместе, да, сочетание уникальных качеств. Можно просто любоваться, держать его, хранить на столе. Номер 25. И снова просто показываю, какие бывают у нас сапфиры золотой-желтый. Люди, которые занимаются эзотерикой, у меня часто спрашивают, что вот мне нужен именно желтый, яркий, как можно чище. И крупный, вот пишите, пожалуйста, но я считаю, что он почти 40 карат, крупноват он для кольца, конечно, только есть подвеску какую-то сделать, ну или в ваших волшебных методах и целях использовать его как какой-то талисман, который лежит на столе, или его носишь в кармане, или что вы там еще с ними делаете. Вот, в принципе, для этих целей размер вполне годится. Можно еще кого-нибудь ему дарить, например, тоже. Номер 26, снова наш шпинель Махенги, но вот именно этому камню сертификация, лаборатория присвоила цвет джедай или джеди. Для тех, кто не знает, рассказываю, есть в классификации цветовой по драгоценным камням название цветов, которые пришли к нам откуда-то из популярной культуры. В данном случае, помните, цвет лазерных или световые мечи, их, да, еще называют, из «Звездных войнов», вот, собственно, название перекочевало оттуда, и даже есть прямо вот четко оттеночек, могут по документам написать в лаборатории. Ну вот, это одна из таких шпинелей. Цвет джедай или джеди, можете полюбоваться пока.
Номер 27 очень чистый, очень яркий и интересного, приятного, светлого, такого изумрудного цвета, цварит. Стоит значительно дешевле, чем изумруд подобного яркого цвета и чистоты. Вообще изумруды чистые крайне редко встречаются, а цвариты почти всегда чистые. Напоминаю, по документам, по правилам принято считать, что цварит двухкаратный – это уже крупный. Этот у нас 7.8 карат. Цвариты бьют вообще все рекорды категорически мировые по росту цен. Его, наверное, можно приравнять уже к рубинам, к турмалину Параиба и к шпинели Махен, я думаю, так. Номер 28. Очень-очень крутая шпинель. Очень хорошо легла огранка на форму камня. Здесь присутствуют рутиловые включения в очень больших количествах, которые камень делают более ярким, индивидуальным, незаменимым и вообще неповторимым совсем. Поэтому обратите внимание. Шпинели у нас много, поэтому не буду про нее рассказывать по минуте, да, чтобы время не растягивать. Номер 29. Про этот камень тоже было отдельное видео, но я не смог удержаться и показать его еще раз. Это у нас александрит с хорошим реверсом и с эффектом кошачьего глаза. Супер-мега-уникальный камень, стоит очень дорого. Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы его забрать и отвезти на какой-то знаменитый аукцион. Видите, пока из-за всех тех нехороших болезней все это медленно и сложно, но, тем не менее, такой камень может подождать своего звездного часа и потом где-нибудь выступить. 30 карат камешек весит. Цену, если вам интересно, посмотрите в описании. Номер 30. По сути, брат младший, потому что в 3 раза меньше размером, полихромного сапфира из Мадагаскара, который был у нас повыше. Не буду заново все рассказывать, вернее, повторять, да? Обратите внимание, снимали под дождем. Там видно, что капли дождя летят. И, собственно, он все равно вышел очень ярким, очень крутым и красивым. Камень совершенно уникальный. Такие попадаются все реже и реже. Номер 31. Сегодня много уникальных камней. И вот, собственно, опять он, опять Мадагаскар, опять полихромный сапфир, который давно не добывают. Супер-мега вообще крутой. Я вот такой вижу впервые. 14 карат. И про него, собственно, особо и сказать нечего. Но вот прям круто, да? Очень круто. Если вы купите этот камень, если у нас не продан еще, я не помню мы его. Я знаю, что я его многим показал, и многие от него прям офигели. Продан он прям сейчас уже или нет, не знаю, пишите в WhatsApp. Но вот если такой камень купить, то он будет только у тебя. Больше никого в мире такого не будет. Ну, соответственно, то, что это инвестиция, это, конечно, тоже очень приятно. Хотя я бы такой продавать не стал потом. Номер 32. Самый обычный, зеленый, с небольшим голубоватым отливом турмалин. Почему его сюда поставил? Потому что просто хочу напомнить, что если вы любите зеленые камни, и вы не готовы платить стоимость квартиры в Москве за изумруд или за цварит, вот, пожалуйста, у нас есть турмалины, которые стоят совершенно доступных денег. Поэтому обратите внимание, можно не такой крупный, это 20 карат, можно купить карат на 5. Я могу найти совсем недорогой, поэтому пишите в WhatsApp. У меня нет цели продавать только очень-очень дорогие камни, я продаю всякие. Номер 33. Наверное, не угадаете, что это за камень. Я сразу угадал, но у меня уже опыт. Хотя я вижу впервые, мне кажется. Может быть, второй раз в жизни я вижу такой. Это красный гранат, и он не ахти как красивый. Цвет такой коричневый больше, чем красный, да. Но у него, посмотрите, есть ярко выраженный эффект кошачьего глаза. То есть там есть в определенном направлении расположенные включения, которые дают вот этот эффект. Вот, собственно, и такое тоже бывает. Показываю, смотрите. Номер 34. Это сапфир. Больше он из Мадагаскара. Да, он из Мадагаскара. Что еще сказать про него? Не знаю, что говорить. То есть, ну вот как бы сапфир крутой, уникальный. Такого больше нет.
я в растерянности, потому что сам, как и вы, такое вижу впервые. Вот, собственно, уникальная совершенно штука. 13 карат, поэтому вполне пригоден и для женского, и для мужского кольца. Пишите, если вам интересно, если он еще не продан. Забирайте, такого больше не будет. Это прям гарантия точно. Номер 35. Простые камни тоже достойны, чтобы их показывали, покупали и носили. Это для любителей неярких цветов. А я люблю часто такие вот цвета неяркие. Это практически бесцветная шпинель. Там чуть-чуть такой вот лавандовый оттеночек присутствует. У меня таких камней сейчас, наверное, штук 5-6 есть. С разными оттеночками. Там какой-то есть персиковый оттеночек, поэтому пишите в WhatsApp, подберу, посмотрю, можно что-то очень интересное сделать. Такие камни всегда очень здорово выглядят в чем-то черном, да, прям, ну, или это мой вкус. Номер 36. Не угадайте, что это за камень. Я сам не верил сначала, думал, какая-то ошибка, и окей, что это? Да, то есть это не турмалин, это не что это вообще, непонятно, оказалось, это аметист такой. Вот, про них слышали, я тоже про такие аметисты слышал, что они, это просто аномалия, там вот металлы в какой-то валентности, в такой, что он стал вот такого цвета. Это бывает очень-очень редко, все слышали, но никто не видел, теперь вы все видели. Такая штука существует. 42 карата он весит. Не помню, продан, нет. Но, собственно, смотрите, как раз уникальная уникальность. Номер 37. Просто напоминаю, что бывают черные бриллианты. Мне иногда удается находить очень крутого качества и размера. Вот. Они, это один из моих любимых камней. Обратите внимание, обожаю делать с ними украшения, поэтому покупайте, заказывайте, будем творить, рисовать эскизы и делать. Очень люблю этот камень. И у меня всегда есть возможность 2-3 хороших найти. Номер 38, тоже напоминалочка, ничего уникального совершенно. Черные звездчатые сапфиры мои любимые. Просто напоминаю, да, что я люблю с ними работать, они меня вдохновляют. У меня есть на руках, наверное, штучек 10. Скупаю постоянно в Таиланде у местного населения. Их становится все меньше и меньше, поэтому цены мы уже повысили еще в сентябре. Вот, собственно, можно ли их считать инвестицией? Да, конечно, можно, но в цене они не идут так быстро, как Параибы, например. Но и покупка не 100 тысяч, не 200 тысяч, как у Параибы. То есть можно купить за относительно небольшие деньги. Номер 39. Тоже напоминалочка. Я в данный момент в Танзании. Как раз завтра я лечу в очередной раз в Арушу. Закупать по спискам, по заказам, по предоплате танзаниты. Если вы любите синие камни, то это не обязательно должен быть синий сапфир, который стоит сотни тысяч долларов. Но вот если такой он будет, как на видео, да, есть танзанит, он намного дешевле, но при этом ничуть не хуже, а в чем-то он даже и покруче. Он часто бывает ярче, и вот эти вот черные переливы в нем, они выглядят даже как-то поблагороднее, чем в сапфире. А танзанит очень часто не гаснет при пасмурной погоде, а сапфир очень часто гаснет. Поэтому пишите, вам под заказ тоже подберу что-то хорошее лично, своими глазами, своими руками. Номер 40. Супер-супер-мега-редкая штука. Это настоящий сапфир под параджи. Я много про них рассказывал, но вот, собственно, у нас то турмалины цвета под параджи, то шпинель цвета под параджи. Вот, собственно, наконец-то сам сапфир цвета под параджи. Очень редко его всегда добывали. Последние лет 10 их вообще вот находят прям совсем единицы. Не знаю, может быть, там один в год. Да? Этот цвет встречается только на Шри-Ланке. Больше нигде их нету. Вот у меня, посмотрите, есть сертификат GRS. Это швейцарская лаборатория, уважаемая. И даже там написали цвет под параджи. Это совсем большая редкость. Потому что обычно пишут что-нибудь там
розово-красно-оранжеватый. А тут все, даже они признали, что да, признаемся, это подпараджа. Подпараджу очень-очень тяжело снимать. Она всегда камеру утягивает в какую-то сторону. Цветопередачу я много раз лично пытался. Никогда не получается. Вообще на фотках еще более-менее, на видео он всегда просто розовый. Оранжевый цвет куда-то девается. Но он здесь есть, и его много. Он очень яркий. Камень уникальный, очень крутые инвестиции. Можно перепродать его, потом сделать классическое с ним изделие с бриллиантами. Задорого, годиков через 5. Номер 41. Очень крутой гранат. Собственно, о нем особо много нечего рассказывать. Просто хорошая форма, хороший размер. Годится для женского перстня. Годится он 12 карат, то есть он не такой крупный. Годится для мужского перстня. У него огромное количество, миллиарды взвешенных частиц внутри, включений, да, которые ему придают матовости. А матовость, вот этот эффект, да, он придает неоновости. Поэтому камень очень зачетно, круто, ярко горит, даже в полумраке. Такой эффект встречается, но я не скажу, что прям каждый день. Номер 42. Снова у нас полихромный сапфир с необычной такой полосочкой. Очень интересный, приятный, необычное сочетание цветовое. Это снова Мадагаскар и, собственно, снова уникальность. Они вообще полихромные, все уникальные. Я их за это, собственно, так сильно люблю. Обратите внимание, камешек крутой и в наличии, конечно же, всего одна штука. Номер 43. Финальный гость у нас сегодня будет. Да, и так сильно затянул. Приходится снимать помногу сразу, озвучивать, монтировать, потому что редко попадаю в места, где есть хороший интернет. Вот я сегодня с хорошим интернетом, завтра улетаю, уже у меня его не будет. Поэтому много вам навалил камней, а их на самом деле еще больше раз 10, наверное, интересных. Тут у нас шпинель. Вроде как обычная розовая, но присмотритесь, у нее такой пурпурный неоновый отлив. Это эффект называется опаловый или опалесценция. Да, это когда у, допустим, шпинели или у граната или у сафира есть эффект опала. Вот такая штука тоже редко бывает. Ну, скажу вам, в этом году такая шпинель попадается мне второй раз. Первый я купил себе, ну, второй у меня уже такой есть, можете себе забрать, да, то есть может кто-то приобрести, потому что у меня уже есть такой. Я не жадный, забирайте. Всем всего хорошего, до встречи, до связи. Будем выкладывать видосики понемногу, часто не получается, потому что интернет тут, ну, прям совсем плохенький. Не болейте, берегите родных.